Газ запустили, оборудование проверили. Все работает на высшем уровне. У жительницы села Шахи Веры Васильевны проворной двойной праздник. Любимые ученики поздравляют с днем учителя, а сотрудники «Газпрома» подключают ее к природному газу. Довольна всем абсолютно, потому что у меня, ну, во-первых, это чистота в доме. Во-вторых, это горячая вода, которую можно пользоваться без проблем. Ну и в-третьих, наверное, тепло самое главное. До подключения к голубому топливу Вера Васильевна пользовалась электроприборами. Неудобно и накладно. Сегодня сложности позади. Отличный подарок ко дню учителя от газораспределительной организации. Я как мама сама, поэтому я с большим благоговением вообще отношусь к педагогам. От всей души поздравляю вас с этим праздником. Примите, пожалуйста, этот красивый. Спасибо большое. В селе Шахи Павловского района программа догазификации реализуется активными темпами. С каждым днем все больше и больше домовладений удается подключить к голубому топливу. В рамках утвержденных плановых показателей в селе Шахи уже запроектировано 3 распределительных газопровода общей протяженностью более 4 километров, в составе которых обеспечена техническая возможность для 114 домовладений. Надо сказать, что 2 объекта уже закончены строительством и введены в эксплуатацию, что позволит обеспечить подключение для более 88 домовладений в селе Шахи. В целом в Алтайском крае в рамках догазификации предусмотрено строительство распределительных сетей, которые позволят подключить газу свыше 58 тысяч домовладений. В программу догазификации попало 107 населенных пунктов. Жители городов и сел активно подают заявки на подключение к природному газу. За подведением голубого топлива в свой дом обратилось уже более 35 тысяч человек. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.